Всем привет, салют, с вами The Station, ночью Виктор Тайлер и финал. Десятая часть, 10 частей, блин, здоровая книжка оказалась. Феникс из призрачной кости, Вархаммер Крайм, Алек Уорли. Финал похождений наших друзей. Да хочется уже посмотреть на этого Феникса-то, ёпт. Что на него смотреть? Столько рассказов. Что на него смотреть-то? А потом, а потом будет, знаешь, о разговорах-то да, будет. Ну, надо! Ты тут мне не это, не забегаем. Берет паровозы, потому что у нас уже куча сегодня движух, куча экшона, куча персонажей. Всего. Да, и финал этой замечательной истории. В общем, мы, как говорится, закончили на том, что Бэггит таки выяснил, где сокровище. И туда теперь надо прийти, в тот самый трофейный зал, где когда-то скончался капитан корабля солнечного удара, который, в общем-то, этого-то Феникса и притырил себе в свое время, потом вот это вот завертелось. Ну, в общем, Клод с Розалин ждут его уже фактически в этом зале. Ну, они созвонили. Послушали, да, получили его сообщение, ломанулись в ту сторону. Но проблема в том, что, судя по всему, ну, не знаю, там, то ли Вокс прослушивается, то ли оставшиеся, помнишь, там, которых снайпер расстреливал во дворе, они же все убежали тоже в корабль. И тетю, кстати, эту с собой утащили. Стабилизировали ее, она такая даже ничего. Это Гризель, которая. То есть она не померла, она сознание просто. Ну, там же, помнишь, ходил этот чувак, видел там, она лежала. А она не умирала, сам сознание потеряла, ее подрихтовали. Ну и под корабль тем временем начинает поступать Прометий. Там уже целый бассейн этого Прометия наливается. Вот. Ну, в общем, как мы помним, да, они тоже убежали от этой снайпера смерти в этот корабль, и все, значит, там теперь бегут. Бегут туда. У Огрина, как мы помним, крышка от какого-то там люка, аквила. Половина аквила. Ну, там целая аквила, просто у него одно крыло типа измятое, чтобы как рукоятка такая была. Вот. Они идут в комнату трофеев с Розлин вместе, ну, а сзади они слышат только шум бегущих ног. Успевает только обернуться, и, понятное дело, в них начинает тут же стрелять вот эта команда, которая служит как раз губернатору. Не культист. Это остатки лояльных чуваков. Культистов-то всех перестреляли в итоге. Оторганил их там по полной. Это да. Ну, а в общем-то, и что еще остается делать? Им остается только прятаться за какими-то там ящиками. Ну, коридор там весь тоже завален всяким барахлом, понятное дело. Но, причем стреляют-то в первую очередь в Розлин, потому что она им знакома. Угу. Она предатель для них. И они так и кричат, что типа предатель. Типа сейчас я тебе покажу. Ну и стреляют в них, понятное дело. Вот, и видно, что не так-то много там, конечно, людей, но примерно около там полдюжины солдат, вот этих наемников, да, которые стреляют. Пока Розалин под обстрелом. Ну, она, конечно, понимает, что бежать-то особо некуда. Ну, она там достает свой пистолет, ну, там отстреливается, понятное дело. Там вообще такие довольно затянутые сцены, именно перестрелы. А беда в том, что, типа, ну, они как бы ни к чему особо-то не ведут, эти сцены. Они просто как бы тянут время немножко, вот, потому что пока, значит, Розлин отстреливается от этих чуваков, Клод уже как бы приходит в комнату с трофеями туда, в общем-то, и видит там статую. Ну, вот эту здоровенную статую, перед которой, собственно говоря, и молился капитан, статуя этого святого. Для него выглядит довольно смешно, в принципе, да. Он как бы ее воспринимает как, ну, типа, у нее такой очень странный там поток мыслей. Он этого, ну, как бы эту статую, когда святого, он же, они все-таки Огрены, хоть как-то они понимают основу веры, но для них это... Ну, насколько я понимаю, они достаточно верующие, но именно в императора. Да, да, но это не императора статуя. Да. И он это, его воспринимает как, ну, типа, что это командующий офицер. Типа, император назначил этого чувака командовать. Ну, это что-то вроде офицера, в принципе, вот. И он, да, такой, типа, разглядывает, да, красиво. Знаешь, топ-менеджер императора. Да, он примерно его воспринимает как командира. То есть, да, это для него, конечно, святости ничего в нем нет, но Огрен, типа, он вроде как немножко уважает. Ну, и он такой, значит, с уважением совсем подходит к этой статуе и начинает ее разламывать. Откручивает ей бошку, руки, ну, ищет того самого призрачного Феникса. Как бы, как Бэггит сказал, да, Бэггит сказал, что он здесь. Вот он и ищет, собственно говоря. Он ломает эту статую. И все, человек простой. Да, отламывает от нее, как бы, топором куски, но в итоге, как бы, расколов всю, как бы, ничего нет. Тоже Бэггит ошибся. И тут он замечает у своих ног ту самую раку. Реликварий пыльный, который уже там 100 лет стоит. Ну, это каменный
сундук, по сути, даже рака, вот это и есть. Но для Огрина это типа как коробочка. Он, и он ее берет, такой типа пык, ставит перед собой, ну, в общем-то, не особо напрягаясь, сдвигает он эту... Он как раз через крышку. Да, он как бы сдвигает эту крышку, в принципе, внутри там какая-то пыль. Это не пыль, это прах. Прах имперского святого, вот, который тут же взмывает воздух, вот, окатывает Огрина облаком этого праха легендарного имперского героя, и он как бы все это чихает, падает этот сундук, раскалывается на части, вот, во все стороны отрезаются сопли, понятное дело, ну и Огрин, ё-моё. Ну, кто смотрел мультик Шрек, вот он примерно так, сука, чихает. Да. И как бы в этих осколках рассыпаются вот остатки этого праха, и внутри лежит деревянный ящичек. Угу. Ну, типа, внутри, видимо, какой-то вот лежал в этом каменном сундуке деревянный ящик. Ну, а, значит, Розлин пока отстреливается от этих, значит, собственно говоря, наемников. Вот, они, значит, там пытаются, типа, что... Я же, типа, за вас, чего вы меня стреляете? Она пытается их обмануть. Они говорят, так ты канцлера обманула. Она говорит, да давайте мы ему скажем, что, типа, все нормально, ничего не было, ничего не носили, спокойно уйдем отсюда. Да, потому что через, ну, она-то знает, что, ну, как бы, что все равно через, там, минут 30-40 приедет полиция, все равно, независимо ни от чего. И, как бы, она и кричит этим наемникам, что, бля, ребята, зачем нам в каталажку-то, давайте просто уйдем. Типа, никто никого убивать не будет, прям это все в процессе перестрелки. Она-то хочет, как бы, ну, обмануть их, чтобы их увести от Клода, от трофейного зала, чтобы они не нашли призрачного феникса, феникса из призрачной кости. Вот, и в принципе даже, ну, вроде как получается договориться, но, типа, это вот Гризель, которая тетя подстреленная, она такая, ты что, думаешь, мы такие дурачки, что ли? Мы как бы сами сокровища хотим. Она говорит, хорошо, я, говорит, вам скажу, где сокровища. Он говорит, ты где? Он говорит, ну, типа, две палубы ниже, там, короче, по правому борту сокровища. Хотите, пойдем туда, я вам, говорит, покажу, и мы возьмем и деньги поделим. Ну вот. И вроде они такие уже, а хорошая идея. И в этот момент раздается громкий звук. Это чихнул Огрин в этом зале, причем очень громко. И все такие, прислушались, эхом разголоски, значит, раскатились. И это Гризли, она такая, типа, а что это? И тут Розалин, короче, просто берет и в горло стреляет из пистолета, убивает ее. Ну вот. И пока, значит, еще там все остальные не успели сообразить, она еще одного, значит, там подстрелила. Ну и ломанулась, конечно же, в этот зал, уже туда, где чихал Огрин, ну, чтобы он ее защитил от оставшихся. Вот. А Клод, он в это время из этого деревянного ящика достал маленькую шкатулку. Ну, тот самый нуль ковчег, на самом деле, наконец-то, с Фениксом из призрачной кости. Угу. Страсть, как интересно. Что же это такое? Что же там внутри? И он, да, действительно открывает эту шкатулку. Ну, бля, это Огрин, у него пальцы сардельки такие гигантские. И он действительно... Такой... Да, там, значит, три... типа, ну, замочка, которую нужно повернуть, циферблат, он просто отламывает, как бы, они, ну, как, он не умеет это, он просто берет, открывает, ломая, как бы, эти замочки, понятное дело, и внутри он видит украшение. Это, ну, как бы, выглядит как слоновая кость, но мы знаем, что это призрачная кость, на самом деле, вот, она там позолоченная, переливается, это действительно птица, ну, как бы, как будто бы из основания, из яйца вырастает, как бы, костяная вот эта птица, очень красиво сделанная, тонкая, типа такая, с крылышками, ну, рождающийся феникс, ну, по сути, да, и оно так выглядит, как будто это не, как бы, не создано, а действительно, вот, как будто это так вот, застыл момент, да, как будто это вот такая как фотография момента, что ли. То есть настолько он грациозен, настолько он красив, этот вот феникс, у него блестят так красиво глаза. И Клод, он прям такой, бля, как классно. Ну, она ему очень нравится, ему прям хочется к ней самой прикоснуться, понятное дело. Ну, настолько, ну, как бы, как будто вот идешь в руках живую птичку. Угу. Так, вот кажется. Очарован. Да. В этот момент нас переносят внутрь корабля, в коридоры, по которому бежит смерть. Тот самый смерть. И он почувствовал. Он почувствовал, что открылась коробочка. Mm-hmm. Он почувствовал, что смертный
поднял руку на призрачного феникса, ну, на феникса из призрачной кости, что эманации этого артефакта, ну, как бы он был в нуль поле, а мы знаем, что все эльдары, они же типа псайкеры, они ощущают все это говно, и понятное дело, когда он коробочку открыл, шкатулку, то... Да. И, ну, как бы смерть, он понял, что, типа, сокровище найдено, и не просто найдено, оно открыто, и побежал дальше-дальше, все быстрее-быстрее-быстрее через этот корабль, вот. Значит, там, прыгая по балкам каким, ну, там же не везде уже коридоры, ну, и, значит, собственно говоря, быстро-быстро там прыгая со своей винтовочкой, потому что он, как бы, хотел найти это сокровище, да, причем он сначала такой очень разозлился, да, потому что, блин, как же, они добрались до него раньше меня, но он говорит, спокойно, спокойно, не позволяя эмоциям собой руководить, все нормально. Они ничего не соображают, а вот мы сейчас наберем, всех убьем, себе заберем. В общем, все будет, говорит, хорошо сам себе. Вот. Ну, а Рослин забежал в эту комнату, собственно говоря. Огрин там спускается с лесенки, что-то запихивая себе под жилетку. Ну, во внутренний карман. Судя по всему, убирая реликвию, ну, которую нашли. И, значит, она как бы и кричит, что типа, блядь, давай быстрее, потому что за ней влетают как раз туда. У нее, на самом деле, еще и в пистолете уже мало патронов осталось. Вот, они влетают, эти остатки охранников, тоже стреляют из лазгана. Ну, и у нее-то как бы камо-клоук за ней. Она как бы бежит и, ну, соответственно, силуэт размывается, им сложно в нее попасть. Ну, и в какой-то момент как бы Клод такой понимает, что происходит. Он хватает свой щит. Ну и просто бежит вперед, ее прикрывает этим щитом. Ну, она красиво там, как в Марвеле, Капитан Америка, ну, Капитан Огрин. Он ее прикрывает этим щитом, она в подкате под него, значит, так раз, типа там. Она как черная дыра, только маленькая. Да, подкатывается, собственно говоря, значит, за его ногу хватается, там разворачивается, у него из-под сумков достает магазин, перезаряжает пистолет. В общем, все красиво, реально, такое, типа, супер боевая сцена. И он, значит, прикрывает щитом, а она там, значит, начинает отстреливаться. Вот. Понятное дело. И она говорит, ну что, типа, ты нашел? Все нормально. Типа, я, говорит, уже с Бэггитом, типа, связался. Он говорит, что скоро, в общем-то, будет. Ну и они, значит, отступают к колоннам этого зала. Вот. Ну и, ну, в общем-то, в этот момент, как бы, она видит, что Огрин такой раз туда руку под жилетку, пока щитом закрывается, достает этот футлярчик красивый и, значит, бросает его в сторону. И в этот момент из тени появляется Бэггит. Хоп, его поймал такой, говорит, а, молодца, ребята, классно. Он такой, ну, они за колонной спрятались, открывает футлярчик, такой, ага, типа, закрыл, все нормальненько. То, что он говорит, ребята, типа, хорошая работа, и прячет ее к себе. Подмышку, говорит, все, типа, давайте, говорит, отступаем. И они проходят, значит, мимо этих колонн, понятное дело, там обстрел, но там не так много людей, там 3-4 человека. Интенсивная пальба идет. Да. Но, как бы, когда они выходят в соседнюю дверь, тут же попадают под огонь еще одного отряда. Чуваки все-таки умные. Они, во-первых, все в тактических как бы шлемах, то есть у них там тактические экраны. Они разделились. И как бы один отряд, на самом деле, он обошел их с тыла и зашел в задней части. И теперь они, по сути, в ловушке. В западне, так называемый. И, ну, им приходится только прятаться за колоннами от выстрела, да, потому что особо там не повысовываешься. Даже в Огрина пару раз попадают, ну, потому что он здоровый. Вот. При всем при этом все понимают, что время идет, и скоро все равно прибудет полиция. Ну, что-то произойдет в любом случае. Огрин прикрывает их этим щитом. Ну, и понятно, что они отстреливаются уже из пистолетов. Ну, так она такая, типа, перестрелочка, но ничего как бы сверхъестественного. Ну, и Бэггит-то Клоуду говорит, а можешь нам проделать выход? Тут же уже корабль наполовину разобрали. А ну, попробуй, говорит. И он начинает как бы из стены просто выламывать какую-то балку гигантскую. Вот, и этой балки ломать, как бы, ну, переборку корабля, чтобы сделать какой-то проход. Ну, как мы знаем, Огрин гораст делать двери там, где их быть не должно. Ну, а наш несчастный Глориан Фэн, он, значит, героически идет принимать должность, да. Его уже там священник побрызгал святой водой, все там поют хоралы, у него вообще уже все, чердак полностью уехал. На реальности вот. Больше нет. Он, да, вот для него это все огромный сияющий корабль, он идет по галерее, там стоят статуи капитанов знаменитых, священник возвышает голос, что вот новый капитан, Глориан Фэн, там все там поют какие-то гимны, да. Слуги ему кланяются, собственно говоря. Глориан подходит к высокой лестнице, которая окружает жаровни с ярким пламенем. Вот, и поднимается вверх. Вверх там стоит фигура наверху этой лестницы.
Вот, фигуры играют, собственно говоря. Тоже гимны, шаровни вспыхивают ярче, ярче. Он поднимается, понимает, что это его мать стоит наверху. Но она на него не смотрит, она стоит к нему спиной. Он подходит к ней, отдает как бы честь, но мать не обращает на него внимания. Вот. Через какое-то время она поворачивается, смотрит на него. Как будто бы она сына-то не узнает совершенно. И он к ней обращается, что «Мама! Мама!» Да, священник, какой-то бородатый мужик, непонятно откуда, говорит: «Вы что? Это же капитан, адмирал, уважаемый адмирал, будьте любезны, называйте ее по титулу!» Вот, но он такой: «Мама, неужели ты мне ничего не скажешь?» Короче, все, у него уже просто как бы... Он уже в плену своих грез исключительно, собственно говоря, находится. Так что толку, в общем-то, никакого. Ну а Клод действительно проделал некую дыру в переборке, и она ведет в какие-то вентиляционные каналы. Но, к сожалению, вентиляционный канал — это вентиляционный канал. Туда может залезть Ратлинг, если очень постарается. Огрен ни за что. Ну, то есть он условно проделал дырку в стене. А все остальное — это действительно уже типа переборка, и ее нет смысла ломать, потому что она монолитная. То есть он проломал только часть, которая вела к этой вентиляции. Ну и Бэггит как бы, да, говорит Розену, что типа на, дает ей шкатулку, говорит: «Давай, лезь, короче, вали отсюда». Он такой: «Только ты», а он говорит: «А я с большим парнем останусь, я же, говорит, не могу его бросить, а ты теперь получишь свободу, все, что хочешь, тем более, что вот твое сокровище, которое ты искала». Вот. Но он понимает, что ему как бы идти-то некуда, он не хочет Огрена оставлять. Вот. Но, тем не менее, уже как бы, да, Розлин сомневается, понятное дело, и как бы выстрелы все ближе и ближе, фигуры вот этой черной тактической брони, они подходят тоже ближе, и он уже ее как бы торопит. А потом начинаются выстрелы. Но из чего-то мощного, потому что у одного голова отлетает, у второго голова отлетает. И Клод такой: «Как ты еще, блядь, кто стреляет-то?» И Бэгги такой: «А, типа, блин, что-то дальнобойненькое». Ну, Розлин, она же снайпер сама, она тоже такая, типа, ага. И да, действительно, пх-пх-пх-пх, выстрелы, и, в общем-то, все наемники убиты, судя по всему. Бэггит решает посмотреть. Он как бы выбегает в коридор, ну, как бы выбегает в коридор перебежками от одной колонны до другой, но в него никто не стреляет. Вдалеке он видит еще двух наемников, которые сидят за укрытием. Вот. Он крадется вдоль коридорчика по ящику. Что там, пацаны? Да, он тихонечко, он очень бесшумный. Наемники укрылись, они его не видят, понятное дело, потому что столько как бы выстрелов. Вот. И пока он, значит, он понимает, что как бы кто-то реально из снайперки похуярил. И он понимает, что это очень крутой снайпер, потому что, ну, так быстро перестрелять наемников. И он вспоминает, что помнишь, когда они убегали от этого сумасшедшего киборга Рамоса, кто-то этого киборга подстрелил из винтовки. Там еще этот Тагастус, он типа такой: «А я и не стрелял! Кто-то!» Ну, он такой понимает, что, бля, кто-то, короче, еще играет. И действительно, ну, судя по всему, это смерть. Действительно, того Рамоса-то и подстрелил из винтовки с крутой. Вот. И он, значит, в общем-то, бесшумненько подходит как бы, ну, к тем наемникам, которые спрятались за ящиком. Они дохлые там сидят. И у одного лежит типа винтовка тоже. Да. Ну, Бэггит такой, это винтовочку, золотал. Да, аккуратненько типа берет. И он как бы понимает, что наемники, их тут кто-то пристрелил. И он тихонечко смотрит, там в конце коридора тень какая-то стоит. И он такой думает: «Ща мне, бля, бошку снесут». Но нет, никто в него не стреляет. Он тянется к этому карабину. И тут эта тень начинает приближаться. Она вроде неподвижно стоит, но раз-раз-раз, вот так быстро, знаешь, как статуя такая. Быстрей-быстрей-быстрей. Как вот. В ужастиках, короче. Свет мигает, она все ближе. Да-да-да. И когда он как бы... А он такой к карабину-то тянется. И тут такая рука, типа: «Не надо. Иди, говорит, сюда». Ну, на самом деле, она его не зовет, она приказывает ему подойти. И он такой: «Ну, стоит ли?» Как бы он тянется все к карабину, понятное дело. Вот, потому что это довольно опасно. И как бы он уже готов схватить карабин, готов прицелиться. Даже, наверное, он думает: «Успею ли я выстрелить?» Ну, и фигура такая смотрит на него, такая: «Не стоит, чувак». Вот. Ну, и по внешнему виду вот этой фигуры, она довольно опасно выглядит, смертоносно выглядит. Бэггит понимает, что лучше судьбу не искушать. Глориан стоит в своих видениях напротив своей матери.
Вот, и все такие, вы, смотрите, капитан, вы не проявляете уважения к адмиралу, типа, ну, что же вы, что же вы? А он такой, ну, как же, это же мама, мама моя, я же не могу, ну, как? Да он, говорит, пьян, сволочь, напился, как же так? Он говорит, да я не пил, 3 дня уже сухой, не пью, мама, ну, скажи же что-нибудь. Вот, и мать смотрит на него, а потом отворачивается и начинает уходить. А он, понимаешь, у него в руке лазерный пистолет. И он как бы направляет этот пистолет ей в спину. Как же? Тебе нечего сказать мне? И он уже готов даже выстрелить, чтобы привлечь ее внимание. Ну и значит, пока Бэгги там тянется за карабином, вдруг кто-то хватает этот карабин. Один из наемников, он, видимо, недоумер до конца. И он, собственно говоря, хватает этот карабин, бьется, ну как бы он из последних, ну он, видимо, все-таки нам, как это объясняется, что он на стимуляторах, видимо, что его вырубило, ну попадание, это рана смертельная, но стимуляторы у него в крови как бы действуют, и у него вот рефлексы. Ты меня типа грохнул, я типа... Да, срабатывают, вот, и как бы этот наемник, он свой карабин раз, типа там, хватает, а потом у него голова взрывается. То есть снайпер, который только что, ну, стоял вот это в тени, он уже винтовочку взял и бошку чуваку отстрелил, собственно говоря, и Бэггит понимает, что типа... Быстренько. Как бы нет, это очень быстро. Но он в то же время понимает, что снайпер-то от него отвлекся. И он этот карабин подхватывает, разворачивается, ну как бы в падении, стреляет. Слышит как бы, что он куда-то попал, но в ответ пролетает в него тоже как бы пуля. И карабин у него просто в руках взрывается. Ну выбивает у него, собственно говоря, из рук карабин. А он как бы, он же маленький, он быстро очень перекатывает. В него не попадает на самом деле. Но зато за тем ящиком, за которым он находится, туда начинает ну, несколько попадают выстрелов. Вот, у него волосы встают дыбом, он понимает, что, блин, ну как вообще такое можно так быстро как бы сориентироваться? Вот, и он отступает, он понимает, что как бы это реально крутой снайпер, он там стреляет навскидку в голову из снайперской винтовки. Вот, и он реально как бы, ну, боится эту фигуру. И думает, как бы, блин, а кто бы это мог быть вообще? Люди так не могут стрелять из снайперки. Ну, типа, он-то знает все равно. Вот. Глориан стоит с пистолетом. Вот. И как бы он уже кричит, что неужели ты ничего мне не скажешь? Все, что я для вас сделал. Вот. Но нет. Мать, как бы, она как будто бы не обращает на него внимания. Отворачивается. И продолжает уходить. Вот. Он слышит шум, гул какой-то. А потом нажимает на курок. Но ничего не происходит. Пип! У него пистолет, ничего не происходит. Он не стреляет, он удивляется. Как так-то? Смотрит на него, а там нет ствола. Там у него провода какие-то торчат, и что-то как бы, ну, дымится. Какой-то что это такое, откуда у меня же никогда такого лаз-пистолета? Да быть не может он. Это что, хот-шот лаз-пистолет? Да, как бы продолжает нажимать на курок, типа, что, что? И он кричит, как бы, а, там, типа, блядь, да что же это такое? Ну, в конце концов, оружие, судя по всему, стреляет. Помнишь этих самых патрульных полицейских, которые старые, молодые, которые вообще, типа, не надо? Типа, все нормально. Типа, они стоят там в конце моста на своей территории. И такие, как бы, ну, беспорядки, беспорядки, нам-то что, суваться? Вон, говорит, все, я же тебе говорил, малой, летят. И действительно пролетают 2 штурмовых флайера уже не обычных патрульных, а санкционеров, то есть силовиков, да, энфорсеров. Вот. Да, беспорядки, вот, говорит, летят, все нормально. Он говорит, ну вот, я же тебе говорил, сейчас они, ребята, сами разберутся. Я видел, как заходят 2 этих корабля на посадку, туда вот в этот, ну, типа, в свалку за мостом, которая находится. И в этот момент яркая вспышка и свет до неба. Просто гигантский взрыв просто сметает там все, что вокруг них. Было именно там заборы какие-то и прочее. Все разлетается как бы вверх. Ну, там не взрыв, там больше воспламенение. Столб огня. Да, столб огня, который опаливает вот этот корабль. И тут не только уже полицейские, но и горожане все, которые там в своих районах находятся. Они как бы видят вот этот столб. А наши 2 патрульных, старые и молодые, они видят, как задняя часть корабля его просто подбрасывает в воздух, заднюю, ну, именно корму. Она переворачивается и вся разваливается на обломке. Это огромный все-таки корабль. Передняя часть еще как бы начинает оседать в этот, ну, типа, технический бассейн. Понятное дело, что Прометий возгорается. И, в общем, явно что-то пошло не так. Ну, да, и это жестко. Старый
Силык, он такой понимает, что теперь... Ну, в общем-то, придется, видимо, вмешаться, потому что, ну, это уже ни от кого не скрыть, по ходу дела. И он такой, а теперь вызовем пожарных. Да, теперь все еще не наше дело. Вот, Бэггит, только вот буквально он минуту назад, ну, минуту, даже меньше минуты, думал, что вот сейчас прибежит Клод и какая-то фигура, и вот эта стрельба. А потом он вспомнил. Неожиданно. Он вспомнил неожиданно, каково это быть внутри пустотного корабля, когда в него приходит бортовой залп плазменной батареи. Ну, он летал же на кораблях. Сначала ты глохнешь, потом весь коридор вот так вот сворачивается вокруг тебя в трубочку. Вот, и вы все начинаете от стенки к стенке, в общем-то, летать. И он видит, как и Клод куда-то летит, и Розлин куда-то летит, и все ящики вокруг летают, и вообще он понимает, что пиздец какой-то, так разобранный, зафрахтованный корабль не может делать. Но он так делает, потому что взлетаешь. Раздается жуткий рев, раздается как бы гул вот этот вот огня, ну как бы в трубе. И, собственно, коридор начинает наклоняться вниз, а оттуда яркие всполохи пламени снизу, ну, то есть прометьевый бассейн, он вспыхнул, судя по всему. И да, действительно, коридор начинает просто разваливаться на части. Фигура, которая там стояла, ну, которая в него стреляла, она тоже куда-то исчезла, потому что, ну, реально, она стояла там так, коридор вот так, словно все разлетелись в разные стороны, пламя везде, потолок стал полом, пол стал потолком, металл искорежился. Розлина, у нее вылетела эта коробочка с Фениксом от страха, она там пытается его как-то поймать, ловит его, собственно говоря. И тут она видит, как вот в этой всей вот круговерти, лежащей коробочке на полу, бежит тетя, очень хорошо одетая, с двумя нейрохлыстами, судя по всему, совершенно не обращающие внимания, что сверху падает обшивка, камень. Ну, кстати говоря, кто не знал, на имперских кораблях там внутри очень много каменной отделки. Ну, облицовка. Да, облицовка, это все. Мрамор просто. Да, летит во все стороны. И, по сути, как бы, она понимает, что ее просто Клод Огрен, Розлин, вытягивает оттуда, вот, потому что он ее как бы вытянул, к себе прижал, повернулся спиной, и вот женщина, которая бежит, это все их накрывает просто огонь, обломки, ну, взрыв, который, ну, доходит вот это вот пламя. Причем, ну, ее, по сути, Огрен как бы скрыл, жар прошел по нему, вот этот вот взрыв. Бэггит, собственно говоря, там за какими-то ящиками спрятался, и, по сути, их, в общем-то, только, ну, наверное, вот это и спасло. Собственно, женщина пробегает мимо них. С кнутом. Куда? Вот. Непонятно, но судя по всему... в убойных каникулах бежит после друг друга. Да, но она бежит очень быстро, и, судя по всему, она подобрала шкатулочку. Вот что значит поставить себе цель. Да. Вот, ну и, собственно, она и кричит Бэггиту, что женщина, вот она побежала, у нее все это вот. Бэггит, он... как бы такой, да ладно, все, сейчас разберемся, куда? Туда, говорит, побежал. Так, давай, Клод, бери, типа, руки в ноги, вылезаем нахрен с этого корабля. И тут, то, значит, они пробираются по этому искореженному коридору, в ту сторону, куда женщина убежала, она успела подобрать артефактик, и тут они видят странную винтовку, как будто бы сделанную из большого куска кости, усыпанную всю драгоценными камнями, какими-то глифами, очень узкий ствол, и как бы Клод, он как бы такой смотрит дальше, а там женское тело, придавленное какими-то балками, лежит. Ну, это не женское тело, и что уже тут? Это, короче, на самом деле, ну, эльдарка. Это эльдарка, это эльдарская, типа, рейнджер. Ну, условно говоря, судя по всему, она как раз и искала Феникса из плечной кости тоже. И как раз она и была смертью, да, и, в общем-то, сейчас ее завалило. А винтовка — это эльдарская снайперская винтовка. Почему она так круто стреляла? Почему она смогла Рамоса завалить с одного выстрела и вообще? Ну, короче, все становится понятно. Но ее завалило этими железками, и, судя по всему, ничего хорошего с ней не стало. Ну, а мадам-археолог, пробежав как флэш фактически через взрывающийся корабль, я напомню, что у нее... стоит, как это называется, ну, типа, она очень бионически апгрейжена. Она, как, короче, вы в Киберпанк, если играли, вы там себе наделаете апгрейд, вот у нее на все деньги, короче. У нее киберноги теперь. У нее кибер-все. Ну, не кибер-все, у нее именно апгрейды. То есть она может отключать восприятие боли, там, огонь, да, подумаешь, ну да, я опалилась. О, нет. Да, я, типа, но она боли-то не чувствует. Вот, и она, да, действительно, тык-тык-тык-тык, как бы, вот это вот пробежала, да, ее, конечно...
очень как бы ей неприятно, она выпрыгивает в сполохи с этого корабля, как бы падает, ее там болтает по этим камням. Она, конечно, понимает, что у нее там типа ребро сломано, еще что-то сломано, но как бы боль отключена. Ну вот, единственное, что она, конечно, чувствует, это ненависть к Ратлингу, но тем не менее, под мышечкой у нее шкатулка, да, шкатулка с артефактом. Ну и, в общем-то, еще один пролет, еще одна лесенка. Она даже... она такая, жаль только, что ухо свое не нашла. Да, ухо как бы не нашла, но с другой стороны, блин, ухо можно и новое прилепить, если что. Она даже вспоминает, что вот как все неплохо-то вывернулось. Жалко только того дурака старого, которого он на кухне проткнул. Но тем не менее, так бы он, конечно, меня порадовался. Ну, это наш коп, наемник, да, наемник. Ну, и она понимает, что как бы она, у нее кожа там, где открытая, покрыта вся волдырями. Ее опалило тоже знатно. Но, тем не менее, да, она как бы уже на свалке. Двор этот перебегает. И такая раз-раз-раз тихонечко спускается по боковым лесенкам и приходит к туннелю. Туннелю, который ведет на ту сторону. Вот. Это сточные каналы. И она как бы... У нее до сих пор на поясе висит этот сканер, который она у Headhunter этого забрала. И он как бы настроен на обнаружение его собственного запаха. И она такая типа, о, ну по сути это, короче, как брелок сигнализации. Грузовичок, на котором он сюда приехал. И она такая, ну, замечательно. Подарок судьбы. Сейчас я в этот грузовичок тихонечко отсюда уеду, а потом пойду развлекаться, выпью парочку коктейлей. Пойду и да, поем. Действительно, она снимает брезент. И под ним стоит старый фургончик. Вполне себе. А у нее в руках там пальцы превращаются в отмычки. Она просто открывает. Садится такая уже спокойненько на переднее водительское сиденье. Кладет артефактик. Начинает, собственно говоря, взламывать замок. Ну, как бы с помощью своих пальцев проводов. И думает, что не убить ли мне кого-нибудь еще сегодня. Раз уж день такой. Да, день такой. Да и вообще классно. Она на самом деле садистка очень жуткая. И вообще. Ну, у нее там проблемы свои с головой. Ну, может, нужно вот как следует будет поразвлечься после такого тяжелого дня, прочистить голову. Вот. И только потом она понимает, что как бы в машине еще кто-то есть. И только потом она понимает, что ей что-то в горло воткнули. Боли-то не чувствует. Вот. Ну, а мы, как знаем, в сундуке сидел Лемюэль Скретчик, бывший управляющий соседней свалки. Как мы помним, ему этот оставил нож, и он этим и запаковал его в сундук, ну, в ящик. И он в итоге, долго ковыряясь, взломал ножом-таки этот ящик. Вот. И, по сути, он затаился в фургоне, ждав, когда вернется его дружочек, чтобы его убить. Причем в процессе ломания ящика у него как бы от ножа отломился острие, ну, типа, отломилось. Но он думал, ничего, я тебя, блин, сука, и этим запарю. Но когда сюда залезла женщина и как бы уселась, он такой не стал долго думать, воткнул ей эту заточку, остатки ножа просто в горло. И как бы фонтан крови, все залито кровью внутри. Вот, и он ее просто выпихнул. Снаружи она упала, что-то подрыгалась в конвульсиях и как бы, судя по всему, умерла. Ну, он ей, по сути, убил ее ножом, вот. А потом обратил внимание, что деревянная коробочка. Смотрит, а там, ну, как бы, узоры, феникс нарисован, он такой, ну и хорошо. Будет сказочки конец. Да. И он такой думал, как все просто оказалось. Форл-то, собственно говоря, запер меня в ящик, искал этот товар, а он сам ко мне в руки пришел. Как удобно, в общем-то. И он такой, так еще и автомобиль уже заведен. Прогрет. Урычит, годится. И он, значит, закрывает дверцу, садится с залитой кровью сиденье, не обращая на это внимания. Вот, включает фары. И тут, смотрите, в конусе света он видит, сука, двух ратлингов. Вот. Всех. Знаешь, это же какой-то фильм «Миллион способов умереть на Диком Западе». Вот то же самое. Собственно говоря, мужчину и женщину ратлингов, да, все покрыты грязью, ободранных. Но, тем не менее, он понимает, что один из них – это ебаный Бэггит, которого он ненавидит больше всего на свете. Вот. Он понимает, что как бы он, конечно, может сейчас тихонечко рычажок переключить, дать задний ход, развернуться и уехать оттуда. Причем он видит, что как бы оба ратлинга, они стоят около, ну, как бы у стены, там, проход, видимо, они вылезли из, ну, из туннеля, ну, не из туннеля, а из вентиляции. Они как бы
с пистолетами, но еще не в руках у них пистолет, у Беккета в руках пистолета нету. И он такой думает, что... Что же, господи, ну вот что же делать? И он вспоминает, как Беккет ему угрожал. Помнишь, он его в самом начале еще книги пугал, что ты только-только попробуем поберег мне дороги встать, я же, говорит, тебя убью сразу. И он понимает, что как бы все горит, взрыв, ну, вокруг взрыв только что был, сирены уже гудят, вот. И он как бы думает, что ну как же, вот надо же всего-навсего-то развернуться и уехать. Он кладет руку на рычаг переключения передач, чтобы задний ход дать. А Ратлинг стоит и смотрит на него. С ненавистью смотрит. Вот. Ну и скрещивает такой, ах ты сука такая. Он понимает, что, блядь, если он сейчас уедет, ему же покоя-то не будет. Угу. Во-первых, он будет все время бояться любого шороха. Во-вторых, эта же тварь, она же, блядь, его будет преследовать и не даст ему насладиться, естественно, ничем. Что как бы вот стоит его судьба, то, с чего все началось. На самом деле, там даже у него больше ненависти от того, что на самом... Ну, Беггет все испортил. Он ему реально испортил жизнь в тот момент, как бы, да, то, что они столкнулись, да. И поэтому он, значит, переключает на ход как бы вперед, значит, и тапок в пол, собственно говоря, нажимает на акселератор и как бы мчит прямиком на Ратлингов. А Беккет такой, ну и славненько. И, значит, когда фургон к нему подъезжает, он тут же как бы пригибается. Ну, на самом деле, Розлин, она немножко охренела. Потому что, блядь, сумасшедший ублюдок в фургоне просто на полном ходу попытался их задавить, а потом врезался в стену. Но, как бы, как и, собственно говоря, потом она понимает, что как бы все нормально, ее Беккет вытаскивает из-под фургона. И он говорит, да блин, что ты переживаешь? Типа, милочка, не в первый раз кто-то пытается меня переехать. Тут все очень просто, говорит, стой между двумя фарами, пригибайся и перекатывайся. Ну, ты ж карлик ебаный, что ты, как? Вот. И он, собственно говоря, так и сделал. Они, как бы, он ее, ну, нагнулся вместе с ней, и они просто между колесами перекатились. Это карлики, их... Сложно, сука, задавить на фургоне, особенно если они ушлые. А эти два более чем. И они, значит, вылезают. Фургон врезался в стену. Беккет открывает дверь. Там оттуда вываливается поломанный скретчпик с выбитыми зубами, с проломленной головой. Беккет такой, господи, помилуй. Он бы хоть пристегнулся. Он так меня ненавидел. Вот. Розалин такая, ты... Ты знаешь этого маньяка? О чем ты думал, дебил? Да. Ну, Беггет говорит, да. Типа, я беспокоился, что он усвоит урок, но он такой же полоумный, как и когда я его, говорит, встретил. Ну, и вообще, он просто труп этого скретчика вытаскивает, залезает в фургон, проверяет, а он даже еще на ходу. Ну, он просто, это, передняя, это самое, часть его расплющилась, окна выбило, но, в принципе, он даже на ходу, медленно можно ехать, и он даже от стены отгоняет его чуть-чуть, и в этот момент... приходит Клод. Ну, он, видимо, шел не там, где можно, ну, типа, пролезть Ратлингом, но вылез в итоге. Вот, то есть они разделились. Ратлинги быстро, чтобы догнать эту тетю, и они, в принципе, ее догнали, как выяснилось, да, быстро по вентиляции пролезли там каким-то. А Клод, он, типа, задержался немножко. По коридору шел. Да, по коридору шел, действительно, он приходит, он, типа, фургон открывает задние двери, залезает туда, садится. Ну, и, значит, так, там, с пробитым колесом они на этом кряхтящем фургоне уезжают в черный туннель бесконечный, вот. Ну, и Беггет за рулем, но он слышит, что Клод что-то там кряхтит. И он такой, бля, дружище, что с тобой такое? Ты там что, там, поскользнулся, споткнулся? Тут такой, ну, сидит. Он, значит, поворачивает, знаешь, зеркальце, которое чудом осталось, смотрит на него, а тут такой Клод сидит, такой, блядь. С виноватым видом. Ты будешь ругаться. Да. И он примерно, да, так и говорит, что, типа, есть разговор, типа, партнер, да, ну, вы-то как бы в порядке. Беггет такой, так, Клод, давай, скажи мне, прямо сейчас, что ты сделал? Ну, и, как бы, когда Клод ему сказал, когда Розлин это услышала, она такая, типа, он реально как бы это сделал? А Беггет, собственно говоря, его просто сорвало с водительского сиденья, он бросился в заднюю часть фургона, кричит Розлин, типа, держи руль! И он, значит, просто запрыгивает в этот фургон, на ходу выхватывая пистолет и целится мимо Огрина. Розлин там, значит, руль держит. Вот. А он реально впрыгивает в фургон и, как бы, ну, на самом деле, Клод притащил туда дохлую Эльдарку. Зачем?
Проголодался, что ли? Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Потому что, ну, у Бэггета у него крышу сорвало. Он как бы, ну, не догадывался, что на Эльдарка, понятное дело. Но Клод ему объяснил, что вот же, блядь, ружье. И я подумал, что это она Рамоса-то пристрелила. И как бы она же мне жизнь спасла. Ну, и говорит, я ее вытащу. А она, говорит, не дохла, она просто без сознания, ну, поломала там ее. Он такой, типа, какая она? Это не она, это оно, типа, что с тобой не так? Вот. Это же, блядь, Ксенос. На самом деле у них, как понимаешь, ну тут очень интересный такой момент, Алек Уорли обыгрывает. Ратлинги это типа, ну, не Ксеносы, но очень близко. Ну, Абхуманы. Да, Абхуманы. И их в Империуме ненавидят за это. Ну, на самом деле, потому что они неполноценные люди, как таковые. Я думаю, в каком-то смысле их ненавидят даже больше, чем Ксеносов, потому что они-то когда-то людьми были. Возможно, да. Но ратлинги, особенно которые прошли имперскую службу, у них настолько как бы промыты бошки, что они, блядь, ксеносов вообще типа терпеть не могут. То есть для него находиться рядом, да, это как бы, ну, все, да, это реально анафема и неприятно настолько, когда как бы он видит, что лежит вот эта вот Эльдарка без сознания, лежит снайперская винтовка вот эта вот, а она настолько чужеродно выглядит, что, знаешь, тошнить начинаешь, это ксенотехнологии, это как, ну, реально проклятие для них, и типа Бэггит говорит, то есть ты нашел типа разведчика ксеноса, который за нами гонялся, а потом решил, что нужно его еще с собой взять и подбросить его до дома, в общем-то, причем Розлин ему говорит, блять, убей ее, просто возьми и пристрели, не то, что они хотят ее выбросить, она ему говорит, что типа возьми просто пистолет и вышиби ей мозги. Да, во имя трона, говорят, убей эту тварь, потому что когда она очнется, она нас всех убьет. То есть она, ну, они ругаются только из-за этого. На самом деле, ну, как бы Клод такой, блин, ну, все-таки она жизнь нам спасла и все такое. Тем более, ну, может быть, мы сможем объяснить ей ситуацию, когда она придет в себя. Они уже вдвоем пытаются убедить, что, блядь, как только она откроет глаза, она тебе, типа, бошку открутит. Это, блядь, Эльдар. Она любого как бы убьет. Да, ты не сможешь ничего объяснить, но не факт, что это твой язык поймет. Это грязный ксенос, которому, ну, типа, ксеноса не оставляют в живых. Вот. Ну, там даже у них еще есть мотивация. Если кто-то заметит, что ты общался на Олекта с ксеносами, а эта планета очень, типа, такая российская, пуританская, ну, там сразу вызывают, типа, очиститель, тебя зажгут. Скорее всего. То есть, если ну, тебя видели, типа, ну все, ты там не жилец, потому что это зашквар зашкваров. Зафаршмачило тебя. Ну и, в общем, в итоге они останавливают фургон, доехали до конца этого туннеля, ну, где вот решетка была, потому что оттуда пришли они изначально, скретчфик с этим, с форумом. Ну и, значит, они вылезают, Клод такой, ну все, теперь мы что, просто возьмем же, уйдем же, мы не будем ее трогать, оставим ее здесь. Он такой, типа, Бэггит, нет, типа, ребята, мы не оставим ее здесь. И Розлин, типа, говорит, ну как, а что ты будешь делать? Ну, Клод говорит, ладно, я сам все сделал. Он берет пистолет, залезает в фургон, два раза стреляет, выходит, говорит, ну, в общем-то, готовенько. И звучит, да, говорит, уходим, говорит, пешочком, не оглядываемся, спокойненько. Ну, они такие, ладно, окей. И, в общем, они уходят в туннель. Там, собственно, Бэггит им рассказывает план. Дальше он говорит, вы с Клодом идете в, там он называет какой-то ресторан, ну типа там кафе, так называемое, в таком-то районе. Заказываете, что хотите, шампанское, устрицы, лягушковый пудинг. Только, говорит, много Клоду не давайте пудинга из лягушки. Он снова пердит. Да, нет, у него как бы воспоминания какие-то нехорошие. Вот, и говорит, и ждите меня там. Если, говорит, я через день не вернусь, ну, как бы через сутки не вернусь, то, значит, типа, сами действуйте по обстановке, забирая, значит, эту коробку и говорит, что я же тебе обещал, что я тебя, типа, выкуплю. Я тебя, как бы, выкуплю и, говорит, не парься. У меня, говорит, уже все, собственно говоря, это самое продумано. Ну, и, в общем, они разделяются на горизонте. Зарево, понятное дело, горит эта ебучая свалка вместе с кораблем, где столько всего произошло, конечно же. Вот. Объявление в городе. Беспорядки, свидетелями которых прошлой ночью стали несколько граждан в окрестностях консерваториума Марсельхейм, были вызваны успешной кремацией священного имперского фрегата, недавно упокоившегося в нашем мире. Братство Адептус Механикус провело серию символических взрывов в знак признания выдающихся достижений корабля в пустотных боях. Благодарность
нашим героям за их тысячелетнюю службу и слава имперскому флоту. Так, короче, граждане, было и задумано. Расходитесь, не на что здесь смотреть. Здесь ничего не произошло. Да, примерно как-то так. В общем, такая вот история. Ну и понятное дело, между всеми, да, расходились разные слухи. Но, к сожалению, единственное, что все почувствовали, неудобство, это то, что станция вот этого Маглева, которая мимо Марсельгейма проходила, она была закрыта несколько дней. Угу. Ну, чтобы мало ли чего не случилось. Ну, а так, в принципе, все нормально. Помолитесь и идите дальше. Раннее утро. Канцлер Чорк стоял около своего шкафа и видел там клочок пергамента, очень недовольный этим делом. Он повернулся, там несколько его охранников держали ратлинга, прижатого к полу, извивающегося. И он такой: «И что это должно значить, уважаемый? Я в замешательстве. Это что, типа, рисунок Феникса из «Призрачной кости»?» Ратлин такой: ну, это был Бэггит, понятное дело. Он говорит, что, милорд, я нарисовал как только мог, но, похоже, постарался. Вы должны же меня выслушать. Ну, в общем, он такой: а зачем ты дату написал? Ну, чтобы вы поняли, когда я его нарисовал. А зачем ты проник в мое хранилище и положил бумажку с рисунком? Он говорит, ну... Прикол-то типа, в чем? Типа, хотел, чтобы вы знали, что он у меня, потому что я его видел и нарисовал. У меня есть рисунок, значит, у меня есть и призрачный феникс, объясняет ему Бэггит. При всем при этом его действительно держат несколько охранников. Ну, вот. Канцлер такой: господи, помилуй. То есть ты думал, что я посмотрю на рисунок и поверю, что он находится у тебя? Ну, типа, да, вроде как. Мистер Бэггит говорит, прекратите херней страдать. Вы вор, вломились ко мне. И, в общем-то, скажите спасибо, что вас не убили, а только схватили мои охранники. Он такой: ну, я не просто вломился. Извините. Да, извините. Его так уже поднимают, на ноги ставят, держат, но ноги пола не касаются. Он говорит: я не просто вломился, я проник в вашу галерею. Довольно давно. Посидел на балках наверху, наблюдая, как вы расхаживаете тут в своем халатике с чашечкой кофе, разглядывая свои портреты и все такое. И, в общем-то, я, ну, долго за вами наблюдал, типа, канцлер. И решил, что да, я вот... Вы, значит, отвернетесь, я подсуну, значит, вам рисунок, и вы такой поймете сразу все. Но вот так получилось. Тут такой: ладно. И... Как ты хотел, чтобы это, в общем-то, ну... Работало. Да, сработало. А у меня предложение, говорит, к вам. Вот. Говорит, и какое же предложение? Тут говорит, ну, предложение очень простое. У меня феникс из пресной кости. Вот. И я, типа, если вы выполните мои условия, готов вам его отдать. Канцлер такой: а, это тот самый феникс из пресной кости, который ты подсунул внутри гробницы святого Доминуса? Ратлин такой: блять, что? Он такой: ну я же, говорит, видел. Все. Спасибо, джентльмены. Можете отправиться в зал номер 3 и принести мне этот замечательный артефакт. В общем, Бэггит решил спрятать феникса в зале с коллекцией канцлера. Чтобы раз не бегать. Да, в гробнице святого Доминуса. Но тот в итоге видел это. И сейчас... Нет, два охранника отправились за коробкой. Вот, а канцлер говорит: ну, что ж, тогда у меня, говорит, замечательное утро теперь, потому что у меня есть ты, маленький ублюдок, и артефакт. Вот. И ну, условия, а говорит, свои можете в жопу. Да, а что, говорит, насчет тебя? Он говорит: ну, у меня, говорит, тоже все неплохо, потому что я встречаюсь с могущественным канцлером, между прочим, и хочу озвучить вам свое предложение. Вот, канцлер такой: ну, а... Тебе есть еще? Да. У тебя есть еще один феникс? Он говорит: нет, я, говорит, хочу работать на вас, ваш, типа, был прокуратор. Он такой: ну, у меня есть прокуратор. Он говорит: да как бы нет, к сожалению. А Розлин, она мертва. Канцлер почувствовал укол, как будто бы: как же так, его любимая девочка. На самом деле, там, ну, как сказать, там не описано, он человек. Там я видел в комментах, что писали. Он, канцлер, этот человек. А кто еще это мог бы быть? Ну, типа там спрашивают, что он тоже Ратлин, потому что он испытывал некую тягу к Розлин. Человек, ну, тоже может. Я думаю, это абсолютно невозможно, чтобы он был Ратлингом на планете, не Ратлингом. Не, да, он человек, нет, все нормально, но он действительно испытывает некую тягу к женщине Ратлингу. Извращенец? Да.
Ну, как бы, как... Любовь не осуждает. Не то, что он хочет ее, типа, трахнуть, он платонически ее вожделеет, назовем это так. То есть, ну, она ему нравится. Ну, она как бы миловидная. Там очень... Алек Уорли, он очень аккуратно все описывает. То есть, она ему нравится, как-то, знаете, как... Как личность. Как красивая кукла. Нет, как красивый, ну, как бы, у нее есть своя красота. Элемент коллекции. Да, ну, у нее есть своя красота, как вот красивая кукла. И, в принципе, ну, ему не хочется ее. Ему хочется ей обладать. Почему он ее, как бы, настаивал на том, чтобы она работала на него? Ну, потому что ему нравилось, что... Такая такой предмет, ну, как бы, такая красота, такой экспонат, как он это видит, работает на него. Не потому, что он, типа, там, в сексуальном плане вожделеет ее. Здесь может быть, но в книжке этого нет, на самом деле, то есть такого. То есть ему нравится, как она выглядит, в первую очередь. Ну и, конечно, он, типа, такой, как это случилось? Ну, говорит, так она на меня напала. Вы же понимаете, у нас не это... Говорит, у нас нет, но ну, это все было. Вот. И в итоге-то она на вас стала работать, она на меня напала и хотела меня убить. Но в какой-то момент произошел взрыв, и я пытался ее спасти, но она рухнула прямо в огонь. Да, он расписывает ей, как, блядь, Титаник, красивую историю. И я такой, нет. Да, я как бы такой, она туда, блядь, в огонь, как скалолазь, в общем, не смог ее спасти, говорит. Кастерон, да, это все прослушал, такой, говорит, ладно, да. А ты-то, говорит, как выжил? Он говорит, а меня Клод спас. Ну, угрин же, ёп. Он говорит, ой, как удобно. Да. Ратлин говорит, ну, тем не менее, я же не стал бы рисковать и приходить к вам, если бы знал, что у вас нет вакансии, а теперь, ну, вы можете меня нанять. Тот такой, ну, я-то, может, тебя и найму? Не сразу. Сначала мы, говорит, все проверим, потому что если ее где-то засекли, Розалин, то тебе, маленький друг, не поздоровится, если ты мне врешь. Тот говорит, ну, проверите, ладно. Пожалуйста. Мамой я, клянусь, не вру. Да, я, говорит, не против. Вот. Только есть как бы одно условие, что я готов, говорит, стать вашим прокуратором и работать на вас. Только я тут, ну, не один работаю. Ну, вот. Тем более, что вот мое резюме. Я принес вам артефакт. Угу. Никто из этих маньяков, которых вы отправили на этот корабль и всех остальных, не выжил. А я, говорит, выжил. Вот. Ну, и канцлер такой, да. Угу, тут неплохо. Не поспоришь. И в этот момент ему как бы приносят действительно ларец. Вот тот самый. Вот, правда, ну, сломанный, потому что Клод его сломал, ну, нуль, этот самый ларчик. И да, действительно, он открывает его, аккуратно, ну, как бы, смотрит, и он тепленький, слоновой кости, ну, он как бы ощущает его пальцами. Вот, он говорит, хорошая, говорит, вещь. Достает ее из ларца, держит в руках и смотрит на Бэггет. Такой, знаете, мистер Бэггет, много-много лет назад... В том секторе, откуда я родом, вольные торговцы считали большой удачей иметь у себя в команде Ратлинга. Шута Ратлинга. Говорят, что известный капитан Агаментус IV так полюбил своего шута, что когда тот помер, велел сохранить его палец. Засушил его и носил его у себя на цепочке, как талисман на удачу. И он стоит, держит этого феникса, а тот в солнечном свете красиво переливается. И говорит, знаете, ребята, отрубите-ка ему обе руки. Я, говорит, хочу побольше, говорит, его удачи. Представляешь, говорит, маленький ублюдок, сколько у меня будет удачи, если обе твоих руки будут болтаться у меня на цепи. И, говорит, сообщите моим портным, что им придется внести некие коррективы в мой вечерний наряд. Вот. И он, значит, стоит. Сделать тубусы для рук. Да, судя по всему. Бэггет, конечно, начинает биться в руках охранников, они его держат довольно крепко. И в этот момент канцлер начинает кашлять. Он понимает, что у него в горле что-то застряло. Вот. А Бэггет обращает внимание, что в окне появилась маленькая дырочка. Вот. Канцлеру становится все хуже. Он как бы кашляет, у него дым идет изо рта. И потом... собственно говоря, сжимая прежнего феникса, он падает на пол, и в этот момент как бы стекло начинает разлетаться, потому что его пробивает все больше, больше и больше выстрелов. И мастерски валят всех охранников, которые там находятся. Бэггет на самом деле специально не закрыл крышку в этой гробнице, он знал, что они найдут этого феникса, ну, он там говорит, и он охреневает, потому что, ну,
обычный человек, ну, пару целей бы за это время успел убить, а тут снайпер перестрелял как бы всех. Знакомый. За 5 секунд, да. И, по сути, за как бы минуту в этой галерее, она как бы, ну, большая, с окнами, то есть угу. у нее большие окна кристаллические, они все были убиты. Охранники, служащие, там только трупы лежали. Вот. И, в общем-то, Бэггит заполз под какую-то кушетку и там, в общем-то, сидел, видя, как последнего охранника, черная фигура, просто зарезала кинжалом, ворвавшись в это вот помещение. Винтовка уже висела за спиной и, собственно, откинула капюшон. И действительно, да, Бэггит увидел лицо Эльдарки. Нечеловеческое, понятное дело, лицо с черными глазами, узкими скулами, длинными ушами. Вот, и Бэггит такой, воу-воу, типа, тише, тише, я ж тебя не убил в фургоне-то тогда. Но пришлось, типа, ну, для друзей, чтобы было убедительно. Вот. Я, говорит, ну, специально это сделал, как бы, чтобы никто ничего не заподозрил. В любом случае, вон там твой сраный Феникс, как бы, можешь его забирать. И не хотел, типа, проявить никакого неуважения. Вот. Мы же, в конце концов, с тобой сражались. Ну, ты, я, и это же что-то значит. Правила боя, все такое. Ну, он ей пытается и зубы заговаривать. Она, может, его даже не понимает, но он просто, как бы, хочет, чтобы она на него меньше внимания обращала. Вот. Ну и, конечно, смотрит на него этими глазами, и непонятно, что она хочет, то ли перерезать ему горло, то ли сказать спасибо. Вот. Но в итоге, как только он на секундочку отводит взгляд, она исчезает из поля его зрения, и шкатулка тоже исчезает, а он оказывается один в этой галерее, окруженный мертвыми охранниками. Вылезает такой, осматривается. Ну, было бы невежливо оставить все это так. Добро. Ну, в общем-то, он, видимо, обносит эту всю галерею на весь остальной лут. Тем более, канцлер мертв. Все ему мертвы. Уже не надо. Да. Ну, а как-то, как бы, и неплохо вполне себе. Ну, и дальше они с Клодом и Розлин отмечают это все дело в заведении. Обжираются там блюдами различными, пьют, понятное дело. Ну, ну и, в общем-то, денег теперь немерено, да, потому что, по сути, Бэггит обнес губернатора на кругленькую сумму. Грузовичок подогнал того. Вот. Да-да-да, типа того. Ну и они даже обсуждают, что, типа, давно нас не было, теперь нас никто не ищет. Мы тут можем в Драге устроить теперь нормальный бизнес, все, как бы, наемники, давно нас не было. Да, говорит, здоровяк, все, мы, как бы, будем уже готовы морально и физически, и вообще, вот, ну. Ребята, мне пришлось, говорит, вас обмануть. Я, ну, он воспользовался же их неведением, что он убил эту Эльдарку, они думали. Он говорит, ну, я ее сохранил в живых, чтобы использовать ее. Не потому, что она мне очень нравится, но она же в итоге помогла. Давайте теперь лучше отпразднуем наше, как бы, воссоединение. Тем более, я столько реликвий накрал. Да, и там, что вообще там, целые ящики вынес оттуда. Какую-то книгу с какими-то жуткими символами, закрытую на золотой замок. Вот, какой-то кинжал с выгравированными там рунами. Короче, столько всего, говорят, нашел, что, бля, заживем, нам блин. До конца жизни теперь хватит, в конце концов. Мы, говорит, сейчас все это толкнем и дальше уже будем, что хотим делать. Накупим себе оружие, может, свою лавку откроем, им агентство, это самое наемническое. Межсосен назовем. Вот. Так что, говорит, давайте, соглашайтесь. И вообще классно же, ну, что вот так все получилось. Вот, ну и... Ну, в общем-то, Клод там уже напившийся, там горланит какие-то песни, вот, Розлин там с Бэггитом уже целуются, вот, он такой, ну, ты, конечно, не думаешь, что если мы с тобой целуемся, я остаюсь, он говорит, ну, а куда, куда тебе еще-то, да, говорит, пойти, в конце концов, ты... Баба, я мужик, все такое, ну, в общем... Ты славная баба, Клод, ты славный мужик. Говорит, да, иди, как бы, прогуляйся, проветрись, а то ты слишком много этого самого желея из лягушек съел, надо тебе немножко освежиться. Ну, в общем, короче, у них веселое завершение, скажем так, миссии. Да, все, все у них получилось. Угу. Я устал варить. Давай печатать. You're goddamn right. Смерть смотрела на сумеречный город. Когда-то давно, уйдя со своего пути, она преследовала собственные устремления.
бродила по звездам, ну и у нее имени не было. Почему, типа, смерть? Ну, потому что вот так она себя идентифицировала, та самая. Ну, это типа Ильдарка, типа, ну, экзодитка, условно говоря, mm-hmm. да, она ушла со своего пути, вот. А сейчас она, как бы, да, ради Феникса из Призрачной Кости столько всего сделала, и, возможно, теперь, вернув эту реликвию, она может вернуться к своему народу, вернуться домой с этим артефактом. И она вспомнила, что действительно, да, этот шедевр, он у нее находится под мышкой. Она достала завернутую в тряпочку фигурку, развернула ткань. Очень красивый, для нее он выглядел еще более привлекательным. Ну, потому что это эльдарский артефакт, он действительно, они в них понимают толк. И создан он был тысячелетия назад, ну, как бы глаза этой птицы. Вот, они как будто притягивали. Он как будто был создан из хаоса, укрощенного волей мастера. Чудо, сотворенное из гордости и, как бы, ну, совершенства, как она это воспринимала. То есть, если люди воспринимали это как, ну, притягательный, как сказать, предмет искусства, угу. то она это воспринимала как вот воплощение гения эльдарской расы, назовем это так. И она как бы его держала, гладила его руками, ну, как бы там на какой-то окраине города находилась, там никого не было. И в какой-то момент она почувствовала как будто бы какой-то укол. Да, она дотронулась пальцами на глаза Феникса и почувствовала, что они поддаются, они нажимаются, она нажала на них. И в этот момент реальность раскололась, как скорлупа, яркая вспышка света. Ну и дальше там такая своеобразная сцена, как ее сознание затянуло внутрь Феникса из Призрачной Кости. И по сути она пережила все, что за тысячелетия пережил он, и чему был свидетелем от своего создания до моментов, когда она там, этот Феникс был типа Ульдар. Ну, короче, она видела его глазами историю этого артефакта. Вот. И потом она видела, как этот артефакт захвачен в бою, как карлик его спрятал в пыль, там, как потом нашли его. В общем, по сути, осознание этой бесконечности настолько было тяжелым для нее, для ее души. Она пыталась вырваться, но в какой-то момент еще одна яркая вспышка, и ее душа оказалась заточена в бесконечной пустоте этого артефакта. И она исчезла. Эвана как? Да, а призрачный Феникс шлепнулся в грязь, потому что ее-то как раз там и не стало. Вот. Мимо проходил какой-то местный бомжара. Ну, там на самом деле мусорщик местный. Очень. Да, и он такой, да, какой-то камень, говна, камень, кусок кости какой-то, бля, что такое? На бульон. Нет, там он как бы, он взял, ну, поскольку он был такой, как бы, ну, это реально какой-то пахом местный. Угу. Он как бы помнил, что там он никогда не видел птицу. То есть mm-hmm. он знал, что есть такое существо, которое называется бурт. Не mm-hmm. бёрд, а бурт. Птица. Вот. Птиша. Да, птиша. Да, которую там высшие люди как бы так еще и знали. Ну, говно какое-то. Какие еще птичи тут? И выкинул ее как бы в канаву. Mm-hmm. Вот. По этой канаве проехал краулер, который перемалывал эту грязь, отбрасывал ее еще дальше за стены. И на долгие вот, сотни лет. В решетке водостока что-то как бы сокровище там бум-бум-бум. Ну, его типа засосало в этот краулер, а потом слили в общую вот эту трубу, которая выбрасывала весь мусор в бесконечные глубины моря, которая как раз с драгой-то и граничила вот это вот. В общем, утонул ваш призрачный Феникс, ушел туда, куда уходят подобные вещи, на Варангантуа, то есть в глубины помойки. Речка говнотечка. Да, море говноморе. Вот так вот заканчивается эта книжка на самом деле. А прикольно. Красиво. Да, прикольно. Красиво. То есть нехер, в общем-то, охотится за чужими реликвиями. Вот это вот все дерьмо. Такая вот фигня. Красиво, да. Я до последнего думал, что в шкатулке ничего нет. А-а-а. Когда типа Бэггит забрал ее у Клода, я думал, что она пустая. Не, она там, как раз здесь все очень просто. Угу. Оказалось, что действительно в шкатулке она всегда и была. Ну, больше всех, конечно, я рад, что археологичка-ниндзя-извращенка как бы сдохла. Потому что мне Дензела Вашингтона было жалко. Ну вот, прикольно. Я скажу, что довольно неплохо закрутил. Вот давайте так, Витя.
Да. Вот я не буду говорить, типа, там, мне все понятно, я как бы, там, хорошая книжка, все, вот твое впечатление, вот ты прослушал всю книжку, вот тебе как. Так а что, в принципе, у меня простые требования, как бы, герои живые, сюжет интересный, как бы, и концовка не банальная, не банальщина и пафос. Ну, там немножко подкрутил, да, вот да. В конце. Как бы, хорошо, прям очень хорошо, как бы, редко я такие книги по Вархаммеру читал и слушал. Это потому что серия Crime. На самом деле, да. В серии Crime там всегда не банальный сюжет из-за того, что декорации такие. Угу. И вот эта вот песочница, сэндбокс, по сути, краймовский, что действие происходит на одной планете и, в общем-то, в одном городе, угу. В Мегасити, этом Варангантуа, то получаются вот такие вот небанальные произведения. Ну, тут, опять же, местами, конечно, где-то подзатянуто. Ну, где-то вот чуть-чуть сюжет начинается. Чуть-чуть книга большевата все-таки. Она немножко тебя... Вот как в середине вот был провис вот этот небольшой. Как бы можно было сделать персонажей и поменьше с той стороны. С другой стороны, хуже стало не намного. Ну, не намного, чуть-чуть нет. Чуть-чуть ты перетерпел. Там кое-что просто оно такое оказалось очень по верхам. То есть некоторые эпизоды там вот этим типа старым и молодым полицейским. Ну, они чисто для юмора были. И там, помнишь, этот, который культистов, не культистов, а сектантов предводитель там. Да. Тоже. Ну, он один раз появляется, он смешной, как бы ты думаешь, он потом еще будет как-то, а его нет. И, ну, это просто именно разбавление приятное. Да. Единственное, что мне чуть-чуть как бы, ну, не очень понравилось, это, конечно, линия вот этого Глориана Фэна. То есть он как бы прикольно появился, как такой алкаш-офицер, угу. Типа все. Но потом у него слишком быстро как бы протек чердак, и он уже все там скатилось просто вот в бесконечные там чертоги разума. Я-то ждал наоборот, что типа именно какой-то реабилитации персонажа, что он типа взял себя в руки, и типа, знаешь, в погоне за Фениксом у него появилась цель, и он как-то вот изменил свою жизнь. А он в итоге такой, блядь, это чужой там типа внедрение чужих артефактов остановить. Остается лишь надеяться, что Крайм будет продолжаться и развиваться. Да, потому что это на самом деле вот финальный роман, самый свежий, больше романов не выходило по Крайму, то есть по сути вот пятый. Серии вроде бы популярные, поэтому как бы глядишь, там и с Варангантуа скоро выберемся, и она чуть может даже пошире станет. Не, я не думаю, что выберутся, потому что он и так глобальный слишком. Ну там на самом деле писать-то не переписать, как бы опять-таки любой сюжет нужно. И Крайм, видишь, он и хорош тем, что там никто не выбирается. Во-первых, это вот это очень, как сказать, планета, которая, ну типа нетерпима. Вот настолько, насколько возможно нетерпимо к ксеносам, к ратлингам, к огринам и вообще. Кстати, по поводу ратлинга-огрина в сборнике, как раз этот самый «Ворбиский заговор», там шестой рассказ, по-моему, он как раз про Беккета и Клота. Алика Ворли, там они тоже есть. Ну, уже, видимо, после событий романа, судя по всему. Ну, я так примерно понял на самом деле. Ну, здорово, что могу сказать. В общем, книга хороша. 10 выпусков. Опять же, она большая реально. Если вам понравилось, то рекомендую ознакомиться также самостоятельно. Если когда-нибудь на русском выйдет. Пока, в общем-то, перевод даже любительский не это самое как-то. Да что-то я не в процессе. Несколько раз любительский перевод читал, бля. Тяжело. Ну, там реально есть такие прям... Ты такой, чего, блядь, да как? Слушай, ну я, кстати, не особо напрягся, в оригинале прочитал. Там есть сложности, но в целом из-за того, что это все-таки у Крайма, там немножко своеобразный жаргон и очень много персонажей. Я местами там терялся, то есть кто, что, мне приходилось возвращаться, понимать, как бы, кто это вообще и зачем это все. Ну вот, и, конечно, вот эти, почему я Глориана Фэна еще так ругаю, что очень много вот этих чертогов разума, то есть, как бы, я не понимал, в какой момент он, как бы, съехал с катушек, и ему все мерещится, то есть, ты такой читаешь, такой, блядь, что, а где? А на самом деле это вот в процессе происходит, и, как бы, ну, ты такой, блин, а когда? А что, а почему? Но все равно у автора получилось классно, потому что очень такой насыщенный сюжет получился. Ну, плюс герои у него все-таки прикольные. Да, хорошие живые. Интересные. Он их хотя бы героев там немножко раскрывает. Там хороший экшон. Его не очень много, но он как бы хорош. То есть, где он есть, там видно, что человек как бы вдохновлялся, понятное дело, там современными всякими рейдами, там матрицами, ну не матрицами. С другой стороны, Крайм-то, по идее, должен быть и не про экшон. А Джонами Виками и прочим. Да. То есть, там вот экшонами наложено, как сказать, динамики добавлять и разбавлять, но это как бы не про Space Marine, где бесконечная стрельба. Ну, еще мне финал, конечно, понравился тем, что такой, не получишь. Типа, призрачный Феникс тебе? Хер тебе. Ну, как бы мы-то понимали, что вот Эльдарка там такая, раз его, и утащила в свой мир корабль. Хрен.
как ну, бы... Ну, по крайней мере... Не хэппи-энд. Да, по крайней мере, мы убедились, что он, блядь, существует. Да, для нее не хэппи-энд. Ну, и мне еще вот из того, что понравилось, это реально как вот история вот этого Херба была вплетена, mm-hmm. что он все-таки там выжил, и потом, да, все-таки увидел смерть капитана. Это еще раз говорит о том, какие ратлинги ублюдки. Хладнокровные, мстительные ублюдки. Что не стоит убежать лишний раз. Да. Вот такая вот книжка. Вы на каникулах уже этот большой выпуск смотрите. Вам за это большое спасибо. На Бусти показали мы этот выпуск. Если на Бусти посмотрели, тоже напишите комментарии. Это был такой у нас двойной релиз, одновременный. Мы не задерживаем там у нас. И на Бусти на сайте выходят в один день эти выпуски. Ну, выходили, потому что... Конец, наконец-то. Мы закончили эту большую, не знаю, книга большая оказалась, я не ожидал. Я что-то думал, там, ладно, электронка, ну, буду читать. Читал. На 10 выпусков. Я не всю осаду там в 10 выпусках пересказываю местами. Но, тем не менее, надеюсь, вам понравилось. Здесь еще видишь, в чем суть? Это все-таки крайм, и здесь нужно больше подробностей. Больше контекста давать, потому что иначе будет непонятно, кто там, кто такие инфоброкеры, кто такие что. Да даже, знаешь, какую-нибудь сцену вроде не очень важную пропустил, а потом хуякс, это, оказывается, важно было. Ну да, есть местами. Поэтому... Надеюсь, вам было интересно, понравилось. Мы книжку завершили с праздниками вас наступившим уже. Вы в новом году смотрите. Вот да. Завершаем эту историю, что у вас на каникулах был большой хороший выпуск. Посмотреть, привет из порадоваться. 2020. Да. Какой сейчас у нас? 22-й. Да, привет из 29 декабря или 28-го там сегодня, когда мы пишем. Но тем не менее. И вот с праздниками тогда наступившими. Ну и пожелания всего хорошего. Приходите еще. Сайт, Boosty, YouTube. ВК-стримы, по крайму тоже, рассказики кайфуйте всякие. Немножко, да? Да. Спасибо, Витя, за компанию, вам за просмотр. До свидания, до новых встреч. Несмотря на сложное время, мы не уходим с Ютуба. И более того, делаем все возможное для наших нынешних и будущих спонсоров. Вы можете продолжать получать контент раньше остальных теперь на площадке Boosty, где мы разместили свой станционный полустанок. Переходите по ссылке в описании, становитесь подписчиком и наслаждайтесь контентом. А если вам хочется большего, тогда бегом на наш сайт, где вас ждут тонны разнообразного видео от былинных сказов до батл-репортов. И их количество с каждым днем растет. Все ссылки, как обычно, в описании к видео.